Ма, привет! Ма, пока! Ма, это не я! Ма, ты чё, ма, что такое? Ты меня взорвал во сне, ты чё, обалдел, что ли, меня во сне взрываешь? Ма, тебе приснилось, ты чё на меня бучишь-то, бычишь-то? Это не приснилось, это было реально. Мат, реально было. А что там было, мат, там что, был максимально реалистичный сон, где случалась всякая фигня? Максимально реалистичный Майнкрафт, я тебе отвечаю, как будто в реалистичном Майнкрафте побывала. Мат, супер реалистичный. Вообще, там все доски полетели, рассыпались, какой-то потом кратер образовался вообще. Мат, да ты что? Мат, ты что? Чё? Это новая разработка, ма. Людочка и ученые разработали Майнкрафт будущего. Ма, это Майнкрафт из 2077 года. Да ладно, а что я там делала? У меня приснился вещи сон? Ма, получается, да, прикинь, ма. Надеюсь, меня там не взорвут. Короче, дорогие друзья, Макс, смотри, какая гифка смешная. О, господи, она беспощадна. Короче, дорогие друзья, беспощадно ставим лайк на это видео. Так же, как вот девочка пробивает Стиву. Просто пробейте это видео лайк. Пробейте обязательно колокольчик. По колокольчикам обязательно. Да, мам, осуждаю. Мам, не надо по колокольчикам. И, кстати, дорогие друзья, подписывайтесь все на канал. Я вам сейчас покажу реально Майнкрафт из будущего. Вы реально, вы нигде такое не видите. Не видели. Короче, я... Мам, кстати, приснилось, что самое интересное. Видимо... Я в шоке была, ребят. Реально, не выключайте видос, потому что это просто... Смотрите, офигенно. Да. Сейчас, короче, будем... Мам, пошли перемещаться. Сейчас портал я настрою. Все, мы бежим. Друзья, портал, вы же все... Ребят. Вы же все лайк поставили. Все подписались. Давайте 100 тысяч ради такого видео. Так, все. Мам, прогони медведя. Долбани ему по носу, ма. Я боюсь. Он же меня свяжет. Так, ладно, ма, я активирую портал. Ма, долбани ему и сразу в портал, ма, прыгай. Давай, еще три. Давай, раз, два, три. Ма, чекай! Ма! Да, я там была. Ма, смотри. Офигеть. Смотрите, друзья! Вау! Мада бедрока прям! Мада бедрока, смотри! Офигеть, смотри, он прям на кусочки рассыпается. Смотрите, земля. Друзья, это реально Майнкрафт будущего. Она смотри по кусочкам, ма! И траву. Смотрите, она не по кубикам, ребят, как эти штуки, стаки такие. Это просто вот реально по кусочкам. Ма, я смотри, я сейчас сломаю. Ма, я сломал, ну-ка. Там, по-моему, вот этот дом, в который ты бросил. Ма, нет. Смотри, ма, упала! Ма, я пошел деревья рубить. Ма, если кто будет спрашивать, я лесоруб. Давай. А можно собрать вот это вот, вот траву, которую там... Вот это? Которые газоны. Капец. Она еще таким звуком. Ма, смотри. Прикольно. Травинка, ребят, офигеть. Ма, я сейчас буду дерево рубить. Все, друзья, я рублю дерево. А, оно упадет, интересно, в бок или как? О, ма, падает. Вау. Офигеть. Оно по... Ма, подожди, листву поруби, пожалуйста. Ма, сейчас, ну-ка. Вау, она внутри пустая, прикольно. Ма, вообще круто. Смотри, сейчас перевернется, все, это сломать. Крутяшно. Ай, ма, меня придавила. Аккуратно там. Ну-ка. Ребят, если что, я, короче, не рядом на карте, я наблюдаю со стороны, потому что пока что в эту игру можно поиграть одному. Да. Все, ты застрял там, тебе закопали. Ма, я смотри, как реалистично, ма. Физика вообще прикольная. Зайди лучше дом поломай внутри. Давай, ма, сейчас заходим. Так. Ма, смотри, открыл. Дверь. Ма, можно не открывать. Дверь мне запили. Ма, я просто ее выбил. Ты дверь мне запили. Денежечка лежит. О, смотри, кровать, ма. Ой, кровать можно. Она ломается как... Ма, я факел взял. Стрима как реалистично, офигеть, да? О, ты можешь с ним ходить, и он типа освещает. Ма, да? Он освещает. О, смотри, динамит, ма, сейчас по нему постучу. Сейчас посильнее, ма. Ты чё, не подноси факел к динамиту! Нате. Жень. Серьезно. Ай, ма! Ма! Да ты красава просто, у тебя тут руины просто вообще. Ма, тут что-то... Женя аж офигела, что-то закашлялся. Ма, тут пожар! Ма, горит, пылает просто, смотри. А он какой реалистичный. Ма, я огнетушители беру. Ма, я тушу.
Ты что гонишь? Ты только что взял огнетушитель и потушил. Ма, я взял огнетушитель и потушил. Вот так, да, Ма. Ну нафиг. Ма, смотри, какая пыль. Это вода замороженная. Вау, Ма, смотри, как она это испаряет. Смотри, оп. Пена такая. Ма, вау, реально. Прикольно. Вау, Ма, я залипаю. Это вообще, это очень реально. Смотри, что залипалово какой, ребят. Я реально, я тоже залипаю. Вау. А что тут еще есть? Ма, давай, ой, смотри, есть огнетуш... О, это же этот. О боже. Ма, я люблю вот такие штуки. О боже, сейчас понадобится огнетушитель 2. О, подожди, давай посмотрим, как гореть будет. Давай, Ма. Смотрите, о, смотри, дым, смотри, дробогаш, как это туша, черный дым. Ма, дробогаш. О, поехала. А обалдеть. Ух ты, Ма, ну-ка. Че это? Ма, дощечка. Ты можешь делать дощечку? Ма, я могу заколотить. Ма, ты здесь, да, живешь? А, здесь Людочка живет, сейчас, смотри. Мы берем так. Ма, смотри. А, ну да, старая карга, а там пусть сидит, короче. Ма, смотри, вообще прикольно. И не выйдет нафиг. Ма, поэрбом. Давай ее дом, короче, спалим. Ма! Ой. Пока. Ма, смотри. Людка ушла на пенсию. Ну-ка, а что это такое интересное? Матика! Вау! Офигеть, смотри, какие дыры! Ма, вообще! Потуши, потуши пожар. Сейчас, Ма, тушить буду. Офигеть. Ма, я туши, Ма, я пожарный. Да ты вообще все, ломатель, пожарный, взрыватель, не знаю, копатель, рубатель. Ну, Майя, да. Смотри, Ма, просто, прикиньте, друзья, смотри, кусок отлетел. Ма, его даже можно взять. А его можно Его еще смотри, и сломать. Смотри, он ломает пол. Вау. Ма, смотри, на. Вау, Ма. И сам отколупывается. Да, Ма. Офигеть, смотри, на. Ребят, это реалистично очень. Усмотри, типа, вы же не разломался. Будете просто бить предметом, а он не будет ломаться. Типа, будет ломаться. Ма, сейчас стекло, Ма, стекло выбил. Ух ты, смотри, оно тоже разлетелось, как будто бы по частям. То есть не полностью. Офигеть, Ма. А тут, Ма, еще есть базука. Смотри, Ма. Вау. В землю. Вау, Ма, смотри. Ты разрушил просто всю деревню. Забазучил. Смотри, как она странно разбазучила. Да, Ма, ну-ка сейчас подберем. Вау, Ма, можно куски она вытащить. Как, смотри, да, она как будто бы... Она внутрь продырявила, но ой, куски Ма. Остались на месте, что странно. Вау. Ну как в реальной жизни, Ма. Офигеть, да? Прикольно. Ма, деревья срубаем. Пау! Вау, он сейчас... Пау! Женя, короче, разрубает весь лес. Ма! И просто... Ма, смотри, как разлетается. Смотри, как развлекается просто. Я сижу, значит, наблюдаю. Сидит с таким интересным. Что-то за Женечка делает. А он тут вновь... А вон Ма там живет. Ма, пока! А, ты только двери его снес. Иди поруби газоны. Интересно, как они будут ломаться? Ма, ну как? Зайди тебя. Ну, задяка, а, вот растет. Это? Да. Сейчас. Ой. Ой-ой-ой, ничего, ты просто... Ты чё? Ё-моё. Вау. Порубил газон, красавчик. Сейчас, Ма, я беру, короче, эту штуку. На. Ма, я собираю пшеницу, короче. Ма, если ты будешь спрашивать, я сборщик пшена. Мне нравится звук, такой приятный. Ма, очень приятный, кстати. Прикиньте, это СМР-видео, ребят, у нас. Да, послушайте. О. О, да. Кайфули. Кстати, как дерево ломается, мне тоже нравится. Звук Ма, да вообще тут все нравится. Слушай, друзья, мы реально как играем. Как камень тоже приятно. Ма, да тут вообще все. О, вот этот тоже. Да, о, скримо. И трава. Да вообще все, реально, ребят, все настолько. А я, Ма, я сам себя. По пальцу, Ма, по пальцу. Ты что, по пальцу там? Да, Ма, по пальцу, больно. Он по ноге себе ударил. О, Ма, колокольчик. Ну-ка, сломай его. О, железо не ломается. На. Он раскачивается хотя бы? Не. Воу! Сломал колокольчик. Смотри, он прям это загнулся. Ма, загнулся. О, смотри, камень сейчас сломал. О, давай его полностью попробуй, да, отцепить от камня. Ма, для этого нам потребуется вот эта штучка. Да, давай, давай. Сейчас колокольчик в небеса полетит. О, отлетел, офигеть, Ма, ты видела? Он сломался.
Смотрите, мы сломали колокольчик. Это вообще реально? Вау, мосты тут реалистичные такие, как взрывки. Ну-ка, рукой, а это подожди, а это... Так. О! Мосты, как он сгорел, помнишь, мы в начале серии подожгли? А, офигеть, смотрите, он еще и чернеет, как настоящее дерево. Офигеть, Мас, смотри, можешь зайти в кузницу. А если ты попадешь в пожар, если у тебя жизнь как будто капать? Ма, тут алмазики. Реально? Нет, ма. Там что-то было, по-моему, нет? Не, ма, на мусор сядь. О, стол. Капец, ты пока все не раздолбаешь, походу. Вау, он потух. Ты ударил по факелу, да, и он потух. С таким звуком. Ма, мне нравится стекла развивать. Ма, я буяню. Да ты вообще тут все сломал. Газон из-за ты, ты еще за газоны там ломать. Давай, так, ломай. Бомбочку. Нет, я думала, ты эпично сломаешь, будто... Минус верстак, ребят. Смотрите, в труху превратился просто. Подожди, ма, смотри, тут еще фонарик есть, ма, смотри. Вау, а тут темнеет, я не понимаю, меняется? Да, смотри, вечереет. Смотрите, да, вечереет. Подожди, там кто-то плавал? Где? А, что это? Это просто твои кусочки разбросанные. Ну да, ма. Тут, короче, дан пример, ребята, короче, кусочечка карты. Ма, реально, Майнкрафт. Будущего, будущего. Короче, Майнкрафт будущего, да. Скорее всего, будет вот такой, мой, вообще крутой. О, подожди, еще один колокольчик. Ма, я... по-другому сейчас. С базуки, ма. Давай. Прям в колокол, ма, с базуки. Давай. Ма, я осуждаю, если что так. Вау, вот это было родео настоящее. Вот это да. Ма, вот это вообще было крутецки. У меня аж игра подвисать начинает. Ма, она уже реально подвисает, от столько всего. Да ты все, уже поломал, вот она у тебя и подвисает. Ма, тогда я раздал бы его до конца. Давай, короче, крушу, ломай. Пап! В кайф, да? В кайф. Ма, вообще в кайф. О! Ма, она уже висит. Уже висит игра? Ну так, а нет, все, не подвисает. О, смотри, как обваливается. Вау! Ма, ты просто посмотри. Да я в шоке, говорю ж тебе, я в шоке, НСИ. Ма, мне нравится, ма, я хочу ее, ма, я вошел во вкус, ма, я гашу. Смотрите, смотрите, просто это что? Ма. Прекратите это издевательство над невинными деревьями. Ма. Над невинными домами. Ма, я... Ма, пусть эта игра будет сейчас в 2021, а не в 2077. Ма, можно, пожалуйста? А можно не надо? Ма, все, мы теперь будем тут только тут играть. Ма, все видео будут вот такие. Ма, я... Смотрите, как во вкус вошел. Все видео теперь будут такими, ребят. Если вам нравится, обязательно ставьте лайк на это видео. Я даже потушу, ребят, ради вас. Ой, подожди, а что такое? Давай огнетушителем туши, работай. О, ма. Смотри, как поржал. Нашел игрушку. Женечка нашел игрушку, ему очень весело. Что за нами стало? Ну-ка. Ма. Что я не поняла? Ты че? Я не поняла сначала, что ты там написал. А потом как поняла? О, а потом как поняла? Мат, бурундук живет, я его сейчас дупло закрашу. Мат, я дупло закрасить? Слушай, я сейчас свое дупло закрашу, отвечаю. Вау, ма, я крашу. Ух ты, тут беленьким, а тут желтеньким. Совсем офигел, ребят, понимаете? Совсем офигел. Ой-ой-ой, ма, ну как же это круто. Ой, она еще и падает. Ма, я ее ем. Он жрет. Ма, это не... сахарная ты, вата. Ты в курсе, что ее нельзя жрать вообще-то? Все вкусно. Ой, наверное, вкусно, пипец, объелся. Ням-ням, какая вкусняшка. Ма, я хочу туда залезть. На. На. Ма, я залез. И чё, и как тебе, норм? Ма, норм, сейчас. Ну, ну ладно. Норм, ну тогда ладно. Ма, я хочу факел забрать. Что-то происходит вообще, что-то такие. Ма, тут темно стало. Во. Ма, тебе нравится, нет? Мне нравится. Обожаю просто. Шикарно. Ну это на самом деле, ребят, честно говоря, я не ожидала увидеть такого, ну, такого реализма в плане физики. И по Майнкрафту. Смотри, тут крушить реально можно все. Смотри, Ма сейчас бомбанет. Смотрите, он просто... И он пока всю карту не раздает, не разнесет, не успокоится, ребят. Так что давайте там, Ма, ждите, короче. Ма, ну сейчас, сейчас. Вау. Ма, ну мне нравится. Вот этот дом вообще страшно сгорел. Я на него смотрю, он какой-то скрюченный весь. Вот этот?
Да, ты не видишь, он прям скрюченный капец. Мам, у меня даже тут игра лагает. Прикиньте, друзья, у меня мощный комп, а игра не... Мам, ну это все-таки игра из будущего. Мам, смотри какую. Я хочу туда залезть. Мам, давай залезем. Попробуй. Во, ну-ка. Вау, мам. Я на всякий случай огнетушак возьму. Залез, смотрите, сейчас по ступенькам поскачет. Сейчас, мам, тут потушу и залезу. Спасаем людей! Та-да-дам! Та-да-дам! Мам, посмотри, как это эпично! Спасай людей! Мам, я спасаю! Так спасай! Вау! Мам, я спас! Мам, смотри, как он эпичный реально сгорел! Я хочу на крышу залезть! Эпичмент! Ай, мам, сейчас упаду! Смотри, мам, я... Вау! Смотри, забрался на самый верх. А мне интересно, ты будешь сам? Во! Сам гореть? Подгорать, да. Ну так, чуть-чуть. Подгорает? Ай, мам! Вот, ай, ты, ай, вот ай, ты сейчас сгоришь, нафиг, иди оттуда! Он сгорел, ребят! Вот это было, конечно, очень эпично. Мо! Капец. Мо, ты знаешь кто? Кто? Вот. Ты тьма. Ответишь мне потом. О, тут еще одно выжившее дерево. Ма, я лесоруб, смотри. Раз, два, три. Раз, два, тебе прям в глаз. Смотри, трис, и ты завис. На маленькой жердочке держит. Сейчас я его пистолетиком острее. Смотришь? Давай. Сейчас, сейчас. О, и стоит. О, не, падает. Я думала, она устоит. Разочаровала меня это дерево. Ма, я хочу туда залезть. Ма, вон туда. На дерево? Дерево. А-а-а, ма, нифига, у меня бомбануло. Ты себя уже просто уничтожаешь, самоуничтожением занимаешься. Ма! Ва, нифига там с потолка что-то отпало, ма. Вот ты круто был. Это типа крошится и такие, знаешь, пылинки падают. А-а-а, вот смотри, ма. Да, это типа пыль, офигеть. Смотри, ма. Ва. Это, конечно, продумано. Ма, я не знаю, эта игра реально будет. Друзья, напишите в комментариях, это игра будущего или нет. Хотите в нее поиграть? Мы... Если да, ребят, напишите, вы хотели бы, чтобы Майнкрафт был таким именно реалистичным, чтобы было прям все так. Можно было бы крушить деревни, просто сражаться, всякие эти, как они называются. А прикинь, монстры бы тоже крушились и ломались бы. Как они называются, когда мы типа это защищаем деревню? А, рейд, ма? Да, рейды всякие. А, да, эти бы рушили бы дома, прикинь, ма. Там этот бежит таран, вот так вот врезается и бабах, вот так вот деревня отлетает. А потом все это восстанавливать, прикиньте, как это какое-то. А прикинь, да, кстати. Да, это бы все жители бы восстанавливали, прям по кусочкам. Ма, и видеть, как все это меняется и преображается. Я бы вообще хотела поиграть. Ма, это была бы игра вообще тысячелетия, мне кажется. Капец. О, дерево еще живое. О, еще живое. Сейчас оно не будет живым. Ма, что оно все еще живое? Подожди, как оно смотри, стоит? Смотри, какое оно держится. Стоит! Ма, смотри, пам! У-ху! Оно не стоит больше. Ма, покатилось дерево. Ма, тут вообще полыхает. Вау! Дырень. Просто и осыпается еще так прикольно. Ух ты, ну-ка. Смотри, реально падает. Ма, смотри, падает само. Да, я говорю, осыпается. Тут сгорело и осыпается. Ма, я как будто в реальной... Ма, я хочу здесь жить. Ма, я не хочу в реальной жизни. Он не хочет уходить в обычный Майнкрафт. Прикиньте, зажрался человек. Ма, я хочу здесь. Смотри, как здесь... О, ма. Пам. О, ты чё, храм-то за что? Ма. О, дом. Храм-то за что? Ма, смотри, как выпало. И пыль, ма, пылюга. Оп. Пылюга. О, кровать, ма. Ты опять... подожди, а если ее этой штукой, как она, огнеметом? А-а-а, давай проверим. Что с ней будет? Горит, смотри. Поджег, матрас. Потихонечку, потихонечку, смотрите, полыхать начинает. Ма, сейчас еще маленечко подожгу. Смотрите, темнеет прям. Смотри, мой темный огонь, смотри, мой реалистичный. Офигеть, ну это круто. Ребят, вау, я реально подва... не слов. Ма, у тебя отпала челюсть какой-то кровати, короче, кубики. Не, ну мне очень понравилось. Мне но тоже, это настолько круто, что если бы реально был такой Майнкрафт, я бы сама с удовольствием весь день затротила бы в него. Ма, что такое говоришь, осуждаю? Ой, простите за такое слово, но оно просто прям отражает мое желание поиграть в подобную игру. Ну эта игра просто, друзья,
я знаю, что вы не сможете поиграть, потому что нужен компьютер, где очень много оперативной памяти, я вам говорю. Но я вам могу показать. Смотрите, вы видите. Мо. И вот этот домик. Напоследок, Ма. Сейчас будем уходить. Ма, сейчас пойдем, Ма. Пожалуйста, еще маленечко. Смотрите, напоследок, давайте я напоследок все как бы разрушу. На всякий случай. Ма, сейчас будем уходить. Я сейчас маленечко. Ма, еще 5 минуток. Ма, еще 5 минут, и я пойду. Какие в школу. 5 минуток? Это дофига минуток. Ма, сейчас я пойду в школу, подожди. На. Ух ты, а если это все прям снести, оно же все обвалится? Ну-ка, Ма. Не, это долго. Ма. Я не могу, ребенок нашел девушечку. Ма, я нашел. Ма, ребенок. Ох, смотри, я сейчас сломаю здесь все. Давай, и посмотрим, как обвалится крыша. И обвалится ли. Ма, мне кажется. Вау! Вау! Мне кажется, обвалится. Вот, давай вот этот угол, короче. И вот здесь вот. Сейчас. О, Ма! О, покатилась! А как ее обронить назад, чтобы она прям упала? Не знаю, Ма. Вот тот угол надо сбрить. Ма, да. Ой, тут застрял. Давай выпрыгивай. Офигеть, Ма. Смотри, вот здесь надо под это, я надо накрениться. Ну-ка. Давай. Мне кажется, вон там, да, вот она, где-то. Опа! Вот о, и крень. Вон там, вот, да, вот здесь. Во. Еще раз. Ма понравилось, короче. Блин, о, смотри, Ма! Смотрите, падает! Офигеть! Ма, я не знаю. Друзья, у нас. Вот знаете что? Игры, я считаю, должны вызывать такие эмоции, чтобы вы просто погружались в детство. Когда, знаете, любите ломать вот так вот все. Если игра вызывает такие эмоции, значит, это игра тысячелетия. Если она не вызывает, значит, отстой. Да, ребят, если игра вызывает у вас эмоции, восторга, и вам это нравится, не обязательно что-то ломать. Если игра вызывает эмоции качественные, то это значит, что это. Ма, ты просто посмотри вокруг. И такая тишина, такая безмолвная. И где-то тлеет домик. Слышите? И Женя. Вот затихни на секунду. Ма. Блин, мне трава мешает. Уже лагает, Ма, уже лагает. Все. У меня комп, друзья, не вывозит, поэтому перемещаемся в обычный маленький. Смотрите, уже с пролагами, Ма, видишь, да, уже? Все, да, фрезы у тебя пошли. Короче, дорогие друзья. Мы перемещаемся. Давай. Мё! Ииии, опять наш тухлый Майнкрафт вернулись. Ма, тут уже не то, Ма, так не ломает. Да, уже не по... Это... Люткин дом не порушить, да, Мамин дом тоже. Ты чё, наш что дом ломаешь, чё, балдешь, что ли, а? Ма, ну ладно, сейчас починю, Ма, сейчас починю. Так, и чинится просто легко и вообще без. Ма, я не знаю. Короче, дорогие друзья, пишите, как вам вообще серия? Она обычная, необычная? То есть какой Майнкрафт вам нравится больше? Ну, наверное, вот этот стандартный, да, Ма? Все-таки он наша. Ну, слушайте, стандартный Майнкрафт, это, конечно, наша. Он все, лайповый, ребятушки, ламповый. Это ламповость. Но там, просто. Ма, я все не знаю. Времена. Прикиньте, там прикиньте. Хардкор. Прикиньте, друзья, там можно было бы, если бы играть, там, типа, рейд начинается, там, типа, все жители умные, они забегают в дома, разбойники выбивают двери, ломают дома, взрывают их. А разорители бежит, ломает дома. Представьте просто такое. Вы заходите в игру, и вы офигеваете. Вы погружаетесь в нее, а все вокруг происходит без вас, по сути. Жители живут, перетаскивают предметы. Кто-то, например, там буянит, там какая-нибудь таверна. Жители, да, допустим, напились, он выбегает, там буянит, ломает все, его скручивает. А прикиньте, какое бы было крутое добывание всяких ресурсов в подземных этих туннелях. И вообще, и все монстры. И вообще, капец, классно. Короче, друзья, если что, если будет на этом видео много лайков, мы еще снимем такую же серию. Да, и может быть кто-нибудь услышит нашу идею и действительно такой Майнкрафт. И с нами этот Майнкрафт сделает. Короче, если что, это уже наша идея, авторские права, короче, наши, так что как бы вы, ну, уже как бы вы на созвончике, как бы контактики есть. Ждем звонка, короче. Все, всем пока, дорогие друзья. Всем погузики.